Так, решил уехать из Крыма пока что. Конечно, не навсегда. Вот сегодня уезжаю, билетики взял уже. Так, причина. Во-первых, нашел работу и решил, что грамотнее будет въезжать в новую должность из дома. Поуютнее, поспокойнее. Потому что вторая причина. В Крыму, если у тебя нет нормальной квартиры, работать вообще невозможно. Потому что сейчас живу в гостевом доме, где за одной стенкой одни соседи, за другой другие, внизу еще какие-то. Постоянно какой-то галдеж, шум. А мне думать надо много. То есть интеллектуальная работа получается. И вот это невозможно. Ветер. Так, это вторая причина. В общем, то, что жилье нужно. Ну, и все равно надо съездить домой, прежде чем переезжать куда-то в Крым. Мне здесь понравилось, все хорошо. Просто дома я снимаю квартиру еще одну в Кирове. И как бы зафига мне платить еще лишнее, там сколько, 17 тысяч. Когда я их успешно могу потратить и здесь. То есть там все порешать надо. Вкатиться в работу в новую. И уже потом сюда смело переезжать. Ну вот, здесь еще квартиру нормальную тянет. Так, и еще, мне не нравится здесь находиться в сезон, когда много людей. Я понял то, что много людей — это зло. Люди разные, люди всякие. Есть конченые люди, поэтому я хочу обратиться к конченым людям. Не будьте такими. Самый ближайший пример. На пляже лежу, загораю, мамаша какая-то с сыночком, сыночек достаточно взрослый, привела свою дитятку в метре от меня, давай, говорит, писей, сука, моря нет, что ли? Ну, грубо говоря, если совсем по-нормальному, то сходи в ближайшую кафешку, это 20 метров, посы там с ребенком со своим, почему ты рядом с людьми-то становишься, это же вообще херня полная. Вот такая штука, так что люди, будьте людьми. Вот. А то, что она снимала много видео, буду постепенно выкладывать. Это кому интересно. Кому не интересно, идем мимо, не оглядываясь. Все, пока.